Я архитектор по образованию, я работаю архитектором. В этом году 5-й год, когда со студентами архитектурного факультета разрисовываем стены больницы Охматдет. Мы рисовали абсолютно разные корпуса, разные отделения, разные этажи. Мне безумно сложно посчитать. У меня, безусловно, сохранился архив тех помещений, которые мы рисовали. Для меня это абсолютно волонтерский проект. Моя личная гордость и те помещения, с которых мы начинали, это потолки детской реанимации. Реанимация по своей технологии, она предполагает то, что на стенах плитка кафельная, а дети там лежат разный период времени. Есть такие, которые даже месяц могут лежать или больше. И все, что они видят, это, безусловно, белые стены в кафельной плитке. И поэтому единственное место, где можно было рисовать, это был потолок. В 2010 году, когда я ждала рождения своего 2-го ребенка, ты попадаешь в больницу, которая, мягко говоря, требует ремонта. Все это, безусловно, усиливало, наверное, ощущение дискомфорта, стресса. И когда нас выписали, я начала обзванивать различные фирмы с просьбой помочь, чем они смогут. И вот так вот за полгода были поменены окна, абсолютно волонтерски. Позже я начала думать, опять же, а что я могу делать? То есть меня уже эта тема зацепила, это помощь детям, помощь посильная, насколько возможно, в медицине. Ко мне обратились с просьбой разрисовать 2 детских садика. И после этого мне захотелось сделать что-то большее для большего количества детей и для тех, кто действительно находится в сложной ситуации, в частности, болеет. У меня, как правило, безумный ритм жизни. Все время бегом, бегом, бегом. Разные идеи. Я очень часто себя останавливаю. Потому что останавливаю и говорю, прежде всего, ты мама. Такое место восстановления сил – это мой дом, загородный дом в очень живописной местности. Ты краем глаза видишь из панорамных окон природу. В этот момент, вот так вот в рутинной жизни, происходит возобновление сил. Я как архитектор, опять же, изучаю теорию архитектуры, преподаю теорию архитектуры, пишу диссертацию. И моя диссертация как раз касается вопроса детских лечебных учреждений. То есть эта тема для меня безумно близка, и я ее изучаю и практикую. Безусловно, эстетика, внешний вид, как внутреннего, так и внешнего содержания архитектуры детских лечебных учреждений, она влияет на то, что человек быстрее выздоравливает. Это безусловно. Но если говорить про предыдущие года, про предыдущие корпуса, даже то, что мы делали, это своего рода даже ремонт, потому что в новом корпусе у нас много рисунков, скажем так, отдельный сюжет. А там мы приходили и видели, что стены полущенные, грязные. И мы использовали, мы так назвали методику фоновой заливки. То есть там, где мы рисуем не маленький сюжет посреди большой стены, а мы рисовали от пола до потолка. Так как у меня нет нагрузки, я должна закончить свои дисциплины, которые я должна вести. И, как правило, окно между окончанием занятий и до начала сессии, это где-то примерно 1-1,5 недели, каждый раз по-разному, в этот период мы и стараемся рисовать. Большинство студентов начинают, например, рисовать со мной с 1-го курса, и даже, как есть случаи, что даже выпускники. Самое главное условие – это желание студентов. То есть эта практика далеко не обязательная. Мы рисуем интенсивно. Как правило, мы стараемся рисовать с 9 утра до часов 5-6 вечера. Потому что на самом деле это сложно, потому что в основном рисуешь стоя, на каких-то табуретках, в самых неудобных позах, то есть руки затекают. И действительно к концу дня ты приходишь и падаешь. Крайне редко бывает такое, что, ну, во-первых, что-то мне начинает не нравиться, да, то есть, когда ты рисуешь свой рисунок, очень близко, ну, ты можешь что-то упускать или не замечать. А так как у меня каждый раз свежий взгляд, я, ну, иногда студентам стараюсь в основном подсказывать сразу, вот здесь поправь, вот здесь добавь. Но крайне редко бывает, что по итогу, например, вот мы несколько дней работаем, на второй день я обхожу, смотрю, ну вот, ну не нравится, ну что-то не так, ну сырой. Учителя, наверное, тоже говорили о том, что поступая с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Я тоже об этом студентам часто говорю. Это хорошая практика представлять себя в будущем. То есть у меня буквально, наверное, на год вперед планы. Вот. А дальше, знаете, наверное, с возраста начинаю думать о том, что пусть это будет для меня сюрприз.